Всем привет, ребята, и вы на канале Kid Gamma Show TV. И продолжаем играть с нашим воришкой Бобом. И наш воришка Боб уже на 11 уровне. Заходим в наш дом. Интересно, что же тут у нас будет? Будут у нас тут привидения или нет? Да-да, дверь открыта. Выбираем блестяшки, и тут у нас что-то непонятное. Нужно завести. Так, давай-ка, дяденька, давай-ка, бегом, бегом. Время уходит. Эх, нет, не услышал. Заводим снова. Давай, иди скорей, скорей. Сейчас нам нужно пробраться в соседнюю комнату. Осторожно, Варечка. Берем блюшки. Нет, это у нас кукла какая-то. И у нас тут привидение. Вот это страсти у нас тут. Работает сирена. Бежит бабуля. Удираем. Привидение бабуля не съела. У нас 10 мешочков из 10. И у нас 2,5 звезды. Но чуть-чуть мы не успели. Ребята, ждем от вас лайка. Уж очень у нас страшное привидение было. И наш воришка Боб уже на 12 уровне. Вы только посмотрите, возле какого жуткого дома наш воришка сейчас будет стоять. Давайте посмотрим, что в этом доме нас ждет. Заходим в наш дом, собираем блестяшки. И как же нам бы выманить дяденьку офицера, чтобы взять блестяшки и ключ? Ключ взяли, заходим в другую комнату. Эх, не получилось нам взять наш предмет. Ого, он как у нас какой хитрый летает. Интересно, что это у нас там может быть? Так, давай, давай. Ура, он нас не заметил. Пробираемся в другую комнату. В другой комнате у нас ходит бабуля. Он еще смеется над нами. Вот это предмет. Все, загнали его. И что это у нас? Что-то непонятное. Ура! И что, у нас будет 3 звезды, ребята? Ждем от вас лайка. Мы собрали 8 мешочков из 8. И у нас в запасе еще оставалось 30 секунд. Ждем от вас лайка. Воришка Боб, молодец. Мастер своего дела. Давайте посмотрим, что у нас на следующих уровнях. Заходим в дом с привидениями. Вы только посмотрите, какое у нас тут страшное привидение. Берем блестяшки. Удираем. Все, привидение вешает дяденьке офицеру. А мы пока что прячемся. Берем ключ. Идем за привидением. Сейчас бабуля подойдет поближе, и мы пойдем за ней. Собираем блестяшки. Да, главное, чтобы бабуля нас не заметила. Интересно, она выйдет посмотреть? Нет, бабуля не выйдет. Дверь закрыла. Отмыкаем, берем предмет. Это у нас какой-то ноутбук страшный. Теперь нам нужно выйти. Пройти мимо нашего привидения. Все, воришка Боб, убегай. И мы вынесли наш ноутбук. Ребята, ждем от вас лайков. Где-то мы не нашли 9 мешочек. И у нас в запасе оставалось 27 секунд. Но ничего, ребята, поддержите нас лайком. И напишите нам в комментариях. А где же был 9 мешочек? Мы его не заметили.
Наш воришка Боб уже на 14 уровне. Заходим в наш жуткий дом. Нас слышал повар, но ты, повар, пока что под замком. Сиди там. Так, мадам деловая. Берем блестяшки. Берем ключ. Телефон мы у тебя еще отнять. Так, закрываем дверь. Отмыкаем повара. Теперь нам нужно пошуметь дверью. Разбегаемся. Нас услышал повар. Притаились. Заходим. Собираем блестяшки. Идем по красной полоске. Неспроста она у нас тут. У нас тут тоже блестяшки. Ого, что-то мы взяли непонятное. И нас сейчас выдадут инструменты. Так, воришка Боб. О, чуть-чуть успел притаиться. Теперь воришка Боб собирает блестяшки. Так, к нам идет тетенька. И куда же ты, тетенька, идешь? Надеюсь, ты нас не заметишь. Фух, она нас не заметила, она нас пока не выдает. И мы выносим наш предмет. Буки-вауси. И сколько у нас будет звезд? У нас был непростой уровень. У нас в комнате сразу было 3 человека. Ой-ой-ой, и нам не хватило. Да, 3-й звезды, ребята, ждем от вас лайка, ждем от вас поддержки. Наш воришка Боб так старался, он у нас такой молодец. Но чуть-чуть ему не хватило времени, 7 секунд. И мы переходим на 15-й уровень. У нас тут железная дорога рядом. Заходим в наш жуткий дом. Наш предмет от нас улетел. Вот у нас вредный-то предмет какой. Так, давайте, дяденьки, становитесь. Собираем блестяшки. Еще блестяшки. Предмет-то не поймать нам. Все, прячемся. Спрятались. Все становятся на свои места. Ох, у нас предмет какой неуловимый. Не очень простой уровень, я бы сказала. Ребята, ждем от вас лайка. Воришка Боб, заходим, закрываем. Чуть-чуть не успели. Так, все вернулись, идем. И прячемся, все. Спрятались, ждем. Так, давай-ка, дяденька офицер, выходи. Да-да, дверь открыта. Эх, а теперь на нас смотрят. Нам тут нужно быть поосторожнее. Так, воришка Боб, выходи. Не смог воришка Боб нас выйти. Только посмотрите, как он ловко в бутылке спрятался. Ну что ж ты, наш воришка, застрял там, что ли? Предмет нас никак не хочет. Так, все, воришка, мы выходим. Заходим, закрываем дверь. Ох, воришка наш, воришка. Так, отвернулись. Идем и прячемся. Воришка Боб, залази, молодец. Ждем, ждем удачного момента, чтобы вылезти. Да, дверь открыта. А ты пока, дяденька офицер, отвернись. Все. Заходим. Воришка Боб, ты что ты там постоянно застреваешь?
наш воришка Боб опять застрял в бутылке. Вот какой воришка. Не хочет вылазить из бутылки. Давай-ка, вылази. Прошел мимо, заходи. Все, закрывай дверь. Все, выходим. Сидим, ждем. Так, воришка, готовься. Сейчас нам нужно будет вылазить. Давай-ка. Воришка, Боб. Все, молодец. Берем блестяшки. Теперь нам нужно выйти из этой комнаты. Фух, нас не заметил дяденька офицер. Заводим предмет. Прижимаемся к стене. Да, уровень не очень простой. Теперь нам главное, чтобы нас не заметили. Давай-ка, дяденька офицер, отворачивайся. Смотрит на предмет другой. Так-то просто тут все, ребята, ждем от вас лайка. Так, сейчас он поднимается наверх. Ага, теперь смотрит на нас. Как же нам тут быть? Теперь сюда. Да, выйти-то нам непросто будет. Ох, как непросто. Все на нас смотрят. Нужно выгадать секунду в секунду. Давай мы с тобой наконец поймаем-то этот предмет. Все, и мы поймали. Это книга, ребята. Ждем от вас лайка. Это не такой простой уровень был, как все кажется. И у нас 2 звезды. И минус 2 минуты 58 секунд. Ребята, ждем от вас кучу лайков. Ну а на этом пока с вами прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на наш канал Kids Gamers Show TV. Выбирайте, что будете смотреть дальше. А также не забывайте нажимать на белый кружок с Микки Маусами на подписку.